Дорогие друзья, добрый день всем! Мы приехали сегодня в базилику Святого Павла за городскими стенами. У меня уже на канале есть видео о этой церкви, ссылочку я оставлю внизу. Когда Павел пребывал в Риме, он использовал это время для распространения учения о Христе. И среди его слушателей были и служащие императорского дворца, в том числе воины претерианской гвардии, это охрана императора, ну и, конечно, обыкновенные римские граждане. Время и обстоятельства смерти апостола язычников, как известно, до сих пор является предметом дискуссии. Основной источник нам говорит о том, что по прибытии в Рим из Палестины Павел 2 года оставался в столице, проповедуя веру в Иисуса Христа. Это деяние апостолов. А далее следует глухое на несколько десятилетий молчание. Согласно традиции, апостолы Петр и Павел одновременно погибают в Риме во время гонений императора Нерона. Мы знаем, например, что христианка Люцина подобрала тело апостола Павла после его мученической кончины и поместила его в гробницу, из которой образовалось место поклонения. В IV веке император Константин Великий приходит к власти, легализует христианство и на могилах апостола Петра и Павла возведет 2 базилики. Здесь можно увидеть красивый римский саркофаг III века, который повторно использовали в XII веке. Это копия лицевой панели этого саркофага, где находится одно из первых изображений Троицы. Оригинал, который нашли здесь после пожара этой церкви в 1823 году, сейчас хранится в музее Пия Клементина, в музеях Ватикана, а это его копия. Базилика Святого Павла, вход здесь бесплатный. Но церковь скрывает еще одну главную достопримечательность – это монастырский внутренний дворик. А вот здесь за вход нужно заплатить всего 3 евро. Очень рекомендую, вы не пожалеете этих денег. Он был построен в начале 13 века и сохранился при пожаре. Дошел до нашего времени в неизменном виде. Очень красивый, уютный. Здесь царит умиротворение, покой. Со всех сторон дворик окружен изящными портиками с аркадами, инкрустированные колонны различных форм. Все архитектурные элементы портика декорированы в стиле космотеск. Галереи, которые окружают дворик, выставлены фрагменты разрушенной базилики, саркофаги, таблички с древними надписями на греческом и латинском языках. Одна из дверей в этом портике ведет в часовню мощей. Здесь находятся некоторые известные реликвии. На протяжении веков они были сохранены и дошли до наших дней. Здесь в мощевика хранится рука святого Стефана, небольшая частица креста настоящего древа, на котором был распят Спаситель. Рука святой Анны, Матери Богородицы. Часть посоха святого апостола Павла, с которым он совершал свои пешие переходы, и другие мощи святых. В соседней комнате расположена пинакотека. Часть плиты, на которой написано Павлу, апостолу и мученику. Здесь в пинакотеке сохранились сокровища старой базилики. Около 40 картин с 13 по 19 век. В том числе великолепный живописец 15 века Антоняция Романа, Богородица с младенцем. Thank you.
Что нас разделяет с древними временами, так это то, что мы можем быстрее перемещаться во времени. Из исторического центра Вечного Города мы приехали на станцию Лаурентина. Это древняя дорога Виа Лаурентина. 30 минут в метро и 15-20 минут пешком мы пришли в комплекс аббатства, который называется Три Фонтана. По преданию церкви, название аббатства связано с мученичеством апостола Павла, которое состоялось в июне 67 года 1 века нашей эры. Мы знаем, что святой апостол Павел, римский гражданин, проповедовал в Риме и был приговорен к смертной казни, усечен мечом при императоре Нероне. Этот рассказ мы узнаем от историка 4 века Евсевия Кесарийского. Здесь, на этом месте, где сейчас находится это аббатство, Павел был обезглавлен мечом, и голова его упала и ударилась о землю 3 раза, где забили 3 источника воды. Археологические раскопки в Риме подтвердили истинность слов церковного историка, когда в начале 19 века при перестройке базилики Святого Павла, церковь, которую мы только что посетили, были обнаружены древняя мраморная плита с надписью «Павлу, апостолу и мученику» и древняя его гробница. Здесь, на территории аббатства, 3 церкви, и мы спускаемся в крипту одной из них. Церковь была построена на том месте, где в начале 4 века были преданы еще смерти за исповедание имени Христова римский трибун Зенон и его дружина, состоявшая из более 10 тысяч человек. На мраморной плите напротив алтаря сделана следующая надпись на латинском языке. Здесь покоятся тела мучеников Зенона, трибуна, и с ним 10 203 воинов. В этом же подземелье содержался и апостол Павел перед своей мученической кончиной. Мы зашли на территорию храма, где по преданию церкви принимает мученическую смерть святой апостол Павел. В здании церкви с 2 сторон находятся 2 боковые часовни. На полу можно увидеть античную мозаику римской эпохи с изображениями 4 сезонов года. Между часовнями расположены 3 ниши. Здесь, по преданию, где был обезглавлен святой апостол, забили 3 источника. К сожалению, вода здесь больше не течет, но источники действительно существовали до 1950 года.